В 2021 году в городе идет масштабный ремонт дорог, дворов и тротуаров. Приводят в порядок и лицо города – набережную реки Волги. Весной этого года буквально на глазах жителей Твери на набережной Афанасия Никитина в районе пляжа рухнуло ограждение и часть тротуара. Тогда городские власти пообещали, что в ближайшее время аварийный участок будет отремонтирован. Обещанного 3 года ждать не пришлось. Уже в июне на месте появились рабочие. О том, что сделано, а что нет, расскажем в следующем сюжете. Спусков к Волге в Заволжском районе Твери несколько, сразу 2 рядом с пересечением площади Мира и набережной Афанасия Никитина. Однако ходить по ним решаются не все из-за аварийного состояния конструкций. В апреле этого года здесь часть ограждений тротуара набережной обрушились, и одна из лестниц, ведущих к берегу, оказалась под бетонными завалами. Как сообщили тогда в администрации города, размытие грунта подземными водами в этом месте, вероятнее всего, и стало причиной того, что мощные железобетонные части рухнули. Также чиновники заверили, что в 2021 году рухнувшую набережную приведут в надлежащий вид. И действительно, долго ждать не пришлось. На сегодняшний день по новой залиты бетонные опоры внизу и столбы, а также установлены металлические части ограждения. Более того, они даже по новой покрашены. Ремонтные работы на набережной Афанасия Никитина начались еще в начале июня. Установлены бетонные опоры, возвращено на свое законное место ограждение. Однако, закончились ли эти ремонтные работы, задаются вопросом жители Твери по пути на пляж. Ведь в будний день здесь нет ни рабочих, ни техники. Зато остались горы строительного мусора и открытые люки. Доски с торчащими гвоздями разбросаны по территории, в том числе и рядом со спуском. По неизвестной причине тут же 2 открытых люка в глубокие коллекторы. Идти этой дорогой на пляж решится не каждый. Особенно это место сейчас настораживает родителей маленьких детей. Я с детьми, они там могут там и... доски, гвозди, все подряд навалено. Дети не пройдут, и я тоже завалюсь с ними. Обваливаются стены, неудобно спускаться, например, тоже так страшно, мне кажется, детям. Как оцениваете вот безопасность вот той лестницы? Опасная, не хожу. По привычке у меня выработалась нейронная связь в голове, и я пошла здесь. Впрочем, соседняя лестница, ведущая к пляжу, тоже вызывает много вопросов. Если рухнувшую часть ограждения вернули на место, укрепили и даже покрасили, то другие участки по-прежнему остаются без изменений на сегодняшний день. Буквально в паре метров ограждение и вовсе накренилось, а железная конструкция держится на честном слове. И что случится раньше, его обрушение или укрепление, вопрос пока открытый. Мы по просьбе жителей Твери отправили запрос в городскую администрацию, в котором просим пояснить сроки окончания ремонтных работ рухнувшей части ограждения на набережной Афанасия Никитина, а также планируются ли какие-либо работы по укреплению тех участков ограждения, которые накренились и норовят упасть.